Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, Эльфийское Проклятие, DLC к игрушке Grim Knights, 13 дней и 13 ночей, наши эльфы должны сдерживать натиск демонов. Через 13 дней и 13 ночей врата будут запечатаны, и мы, наверное, сможем жить спокойно. А пока нет, пока нет. Каждую ночь и в полдень мы ждем и встречаем демонов. Ну что ж, с этими демонятками закончено. Впереди у нас ночь, поэтому нужно посмотреть и вспомнить, что у нас, где у нас и как у нас. Я вижу, что у нас появился эльф-лучник, достаточно дамажный мужчина. Поднимайся наверх, куда-нибудь совсем наверх, вы будете вот отдельно. Дальше. Что у нас творится в наших подземельях? Нет, подожди, у нас здесь новенький. Он новенький, и он последний эльф. Последний из возможных, потому что популяция наша достигла предела. Я так понимаю, что да, мы не можем строить дома. Поэтому нужно развить материнское дерево до 3 уровня. Но сейчас этой возможности нет, потому что нет энергии. Ну что ж. Давайте пользоваться тем, что есть. Ну вот он последний появился, ну какой-то неудачный. Медленный. Может быть, его сердце медленно билось и остановилось. Боже мой, зато эльфийская энергия появилась. Ты кто у нас? Ты у нас по добыче маны специалист. Вот и беги, добывай ману. Ты кто у нас? Ты тоже у нас по мане. Ты у нас кто? Ты тоже по мане. В общем, я так понимаю, что все заняты делом, все пределы, да? 18 часов вечера. Может быть, мне тогда нужно... Если новеньких у нас не будет. Ну вот сейчас прибыл, да? Обычный паренек. Ладно, не буду тебя трогать. Обычный паренек, знаешь что, спускайся вниз и будешь долбить. Глубже мы не можем, будем глубить дальше. Наши пещеры. Давай, вот иди сюда и ковыряй. В эту сторону уже нельзя, глубже нельзя. Можем рыть вправо. Хорошо. Просто я думаю, что тогда мы будем улучшать нашу популяцию. Выбирать самых достойных, и чтобы специальности их не соответствовали ихним занятиям. Да, вот смотри, копейщик записался в копейщики, хотя он специалист по добыче кобальта. Но может быть сейчас перед ночью не стоит их трогать, пускай уж будет как будет, да? А наступит утро, и дальше уж посмотрим. Да. Маны у нас, в принципе, достаточно. С едой я особых проблем не вижу. Она где-то балансирует на одном месте. Все вроде бы как бы нормально. Да? В общем, мы ждем. Ждем 9 часов. А дальше будь что будет. Давай я просто проверю на будущее, кто здесь. Обычный эльф. Медленный. Это обычный эльф. Это у нас здесь строитель. Это специалист, неплохой специалист по добыче лунных осколков. Это или семена, или еда. Это у нас специалист по кобальту. И это у нас очень-очень-очень хпшный человек. Аурила? Ну, не знаю. Пускай пока добывает грибочки, а дальше видно будет. Вы вот работаете как-то в темноте. Может быть, потратить одну ману и поставить им светильнички. Почему, собственно, и нет? Это ничего не добавит, но как-то какого-то уюта, может быть. Может быть, и добавит. 8 часов вечера. Смотри-ка. 9. Тук-тук, ворота, вы думаете открываться или нет? Или чуть позже? Или вы в 9:30 открываетесь? Нет, смотри, наверное, в начале 10. Ну все, поехали. Я даже не знаю, кого ждать-то после сатира. Поехали. Вот этих огненных быстренько вернуться. Давай-ка сразу их захватывать. Может быть, даже у врат. Чтобы... Глазастики, а я и не туда, я не смотрю, что это такое? Beholder, 300 хпшки, 4, 20, 30, слушай, а что же делать-то?
Что же делать с этими глазастиками-то? Он будет стрелять. Слушай, вот этих вот хваталкой хватай. А дальше будет видно. Они когда умирают, они взрываются и наносят урон всему, что находится рядом. Пускай взрываются. Бах-бах-бах, смотри, какая цепная реакция. Разнесло просто всех. Ну, я надеюсь, что наши лучники устоят против этого всего. Хватай его. Хватай. Отлавливаем этих огненных демонов. Потому что если они, я так предполагаю, если они дойдут до нашей базы, если они будут взрываться там, то они могут нанести достаточно нехороший урон нашей базе-то. Хватай этого. Сколько там маны? Маны, в принципе, нормально. Хватай. Или не хватай, подожди. Не ухватил. Это когда-нибудь закончится или нет? Что там началось? Началось или нет? Смотри, какие самонаводящиеся ракеты. Во-ко-ко. Так, ладно. Посмотрим, что будет происходить. Все напряжены. Самонаводящиеся стрелы. Если не попали, да, то они меняют траекторию и просто летят в другого. Ничего себе. Это благодаря вот этому улучшению, которое здесь стоит, да? Чпунь. Отлично. Отлично. Бамс. Так, слушай, ты прокопал. Давай рой дальше. Здесь абсолютно ничего нет. Роем дальше. Мне интересует, как будет выглядеть бой с глазастиками этими. Так, сатир, можно закрыть это все? Что там происходит? Ого, ничего себе. Так, назад вернуться. Вот. Нужно направить весь их урон наверх. По глазастикам. Шмяк. Не, ну в принципе не страшно. Так, а ну отойти сюда. Огонь. Чпунь. Еще немножко. Справляются. Хорошо. Угу. Друиды. Берем корни. Так, задержать. Нужно задержать как можно больше этих зверей рогатых. Чпунь, хватай этого. Хватай. Дальше. Хватай. Отлично. Да сколько ж их много, а? Давай-ка здесь кого-нибудь перехватим. Чпунь. Ну, пока нужды особой в мане нет, но... Чпунь. Дальше. Так, что здесь происходит? Не, смотри, все атаки отбиты. Даже эти мои пикинеры, они стоят и вообще абсолютно не задействованы. Надо больше. Черт, что-то раскопал. Надо больше лучников. Больше мест. Отлично. Бабах.
Как-то они тяжело убивают вот этих огненных демонов. Слушай, их практически никого не осталось. Замечательно. Замечательно. Тогда можно заняться делами хозяйскими. Ману эту я переводить не буду, пускай собирается. Свободные руки у нас есть. Кто-нибудь освободился? Нет никого, все заняты. Все при делах. Все при делах. 170 эльфийской энергии. Мана закончилась, да? А больше нет, нет. Вот вру, есть еще. Есть еще место, где можно добывать. Слушай, ну они достаточно далеко бьют и... И очень... Очень точно. Может быть, сосредоточиться на лучниках? Чпунь. Чпунь. Еще несколько глазастиков. Может, пойдем нарубасим, а? Пойдем в атаку, а? Проверим, на что вы способны. Нет, я не, даже не... Отступаем! Отступить! Ничего себе! Таких близко нельзя подпускать. Смотри, что творится. Ну, дайте я проверю. Ребята, они тоже хотят. Заодно и пособираем. Рубась. Чпунь, чпунь, чпунь. Наколбасили, убегаем. Я понял. Я понял. Смотри, одного подранили, он почти мертв. Есть, подбили. Может, ты как-нибудь подымешься и займешься своим здоровьем? Вот смотри, здоровье в этом месте восстанавливается. Отлично. Ну, как-то не очень. Нет, восстанавливается понемногу. Восстанавливается. 4 часа утра. 4 часа утра. Так, рой дальше. Это последний? Да, это, похоже, последний. Похоже, это последний. А что происходит? Куда вы стреляете-то? Никого больше нет. Вы что, с ума посходили? А ну-ка. Стоять, 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 остановитесь. Непонятно, что происходит. Ну ладно. Так, вы спускайтесь вниз. Вы также держите позицию. У нас утро. У нас утро, и больше никого нет. Хорошо, но эта ночь была не такая уж и сложная. Прям не такая уж и сложная. Ты кто у нас? Ты у нас специалист по лунным осколкам. Вот и беги, здесь еще есть для тебя работа. Ну, я могу сказать, что не так уж много и осталось этой работы. Еды у нас много. Может быть, знаешь что, вот обычный парень. Обычный парень. Он рвал-рвал грибы, нечаянно сорвал мухомор, съел и умер. Бывает такое, случается, почему нет? Вот медленный тоже. Заразился от соседа и тоже умер. Беда-то какая. Я просто думаю, может быть, придет кто-нибудь порядочный. Так, ну что же делать, да? Давай-ка посмотрим. Вот ты армористый. Ты быстрый, хорошо. Я так, в принципе, и хотел. Ты специалист по лунным осколкам. Беги, наверное, возьмешь сейчас в руки корзинку. Ну и спустишься, может быть, начнешь добывать. А может быть, нет. Ты от ран нечаянно скончался. Ты не дошел. Итак, у нас пришел по семенам специалист. Зачем? Зачем? Что мне с тобой делать? Чпунь, тебя нет. Тебя нет. Что происходит? Снова ты нашел эти огоньки, а? Эти проклятые пиявки. Но они не пройдут, они не успеют пройти, потому что защита здесь достаточно плотная. Что такое? Что такое? Они просто начинают звереть. Они, когда видят врага, они не могут остановиться. Так, успокойтесь. А ну-ка, отойди. Брось.
Алло. Какие... Ладно. Давайте, оставайтесь. Новенький нет, новеньких нет. Еды полным-полно. Кобальта тоже много. Маны всегда мало. Поэтому пускай собирают. Что дальше? Может быть, раздача флакончиков? Ну, армористым... Броню мы кому-нибудь вниз, да? ХПшки тоже... Это что, тебе больше не надо? Ты хочешь сказать, тебе больше не наливать, да? Так, следующий. Только специалистам. Вот ты обычный парень. Кто тебе добавил дамага, а? Это кто? Это я был, что ли? Наверх подняться. Ты держи. Дальше. Тебе тоже можно. Тоже обычный парень. Давай-ка, держи. Блин. Держи флакон. Забирайся наверх. Так, ладненько, ладненько. Слушай, может быть, вы отправитесь... Здесь же определенно что-то еще осталось. Где-то по дороге я здесь их много нахлобучил. Вот, смотри, баночки. Баночки, прямо у входа врата. Ну, просто я не знаю, может быть, стоит подождать? Кто его знает, что покажется сегодня в 12 часов, а вы вдруг не добежите, всего лишь 3 часа осталось. Давайте постойте, подождите. Чпунь, роем дальше. Продолжаем. Продолжаем рыть дальше. У нас новый эльф, дамажный паренечек. Всегда рад видеть. Подходите сюда поближе, не стесняйтесь. Возьмете, наверное, в руки лук. Еще 2 человека может прийти. Вот один из них. Ты специалист по еде. Замечательно. Ты вот специалист по кобальту. Умер на... Запутался в лазе и нечаянно задушился. Подходит специалист по еде. Самый настоящий. Начинает собирать еду. Угу, отлично. 2 места у нас свободно. Какая жестокая все-таки игра. Жестокая игра. Ну, не будешь жестоким, наверное, не переживешь. Поэтому будем исходить из этого. Наша задача выжить. Они же все-таки не зря погибают. Они отправляются... Они превращаются в эльфийскую энергию. А это дает нам пользу. Угу. Я вот прям не знаю. Давай-ка лук в руки. Мне нужна манна. Мне нужно много манны. Мне нужно просто бесконечное количество маны. Хотя я могу сейчас все это... А может быть, сейчас я это и начну делать. Я просто начну продавать излишки семян. Излишки кобальта. Ну, излишки пищи, наверное, не стоит. Но вот семена, наверное, да. Не так трудно уж их и добывать. Что у нас? У нас новый арчер. Опасный. Опасный дамажный паренек. Забирайся куда-нибудь наверх. Вот наверху и находись. Угу. Вот это вот здесь я, наверное, просто зря построил. Сразу же нужно это убрать. И... Кобальт закончился? Где? У кого? Или ты нашел? Рой дальше. Рой дальше. Оленяша появился, да? Ну а что ж, нам, собственно, от тебя ничего не надо. По добыче еды, да? Топай сюда. Вот кто здесь? По еде. Туда-сюда. Медленный. Слушай, я даже не буду смотреть, как ты идешь. Ты просто сразу погиб на месте. Вот за тебя становится вот этот... Я думал тебя отправить к оленю, но... Нет, олень, наверное, сегодня уйдет голодный.
Мана, да? Ну где ж я наберусь вам столько маны? Где ж я наберусь вам? Ну хорошо, поднимайся наверх. Отправлю я тебя сюда. Если не забуду, ты вернешься. А если забуду, то прости. А если забуду, то прости. Чпунь. Давай, добывай здесь ману. Но забыть его не очень бы и хотелось. Где наши друиды? Где наши друиды? Кто? Специалист по кобальту. Специалист по кобальту, забирайся сюда наверх. Ты сейчас разберешь вот это вот недоразумение. И тогда же... Ты кто? По лунным осколкам. По лунным осколкам и, в принципе, такой нормальный. Кто у нас здесь? По мане. По кобальту на плюс 2. По кобальту. Знаешь что? Где ты есть? А, ты уже спустился вниз. Ладно, спускайся еще глубже. Беги, вот здесь есть эти осколки, будешь собирать. 405 маны, да? 405. Все, мест больше нет. Мест больше нет. Давай-ка дальше проверяем. Ты быстрый. Ты у нас... Жизни у тебя много, прям ты у нас по мане специалист, но маны больше нет. Хотя, может быть, тебя тоже отправить наверх, почему, собственно, и нет. Наверху же мана есть. Давай, добывай ее. Так, молодец, рой дальше. Я все переживаю, кого же ждать стоит этой ночью-то? Пока все как бы нормально, без особых каких-то напрягов. Может быть, подумать об обороне? Ладно. Что такое? Грибы закончились? Закончились грибы. Так, ты у нас по кобальту. Давай долби дальше. Все заняты делами. Все заняты делами. Давай посмотрю. Вот обычный паренек. Хорошо, он работал. И очень долго. И от этого его сердце остановилось. Ну, ждем еще одного эльфа. Ждем еще одного эльфа. Я вот до конца не пойму, как можно противостоять бойцам ближнего боя против тех, кто нападает. Как? Их просто сразу сомнут. Ну, как-то надо. 4 часа вечера. Четыре часа вечера. С едой никаких проблем не было. Мана растет. Может быть, еще продажу сделаем. Семян-то. Хотя не надо, мало ли что, растопчат нас этой ночью. Кобальт тоже может пригодиться. Так, у нас новый член нашего общества, специалист по еде. Значит, тогда мы вот этого забираем человека, отправляем его сюда, а ты поднимайся наверх и займи его место. Чпунь. Что? Что ты нашел, а? Рой дальше. Этих огненных пиявок. Знаешь что, иди сейчас возьмешь в руки, наверное, лук, я так подозреваю. И подымешься наверх. Подожди, а у нас же... Где я эльфа отправлял? Вот, да? Вот простой эльф. Разбирай это все. Разбирай это все. А ты бери в луки... В луки. В луки рук.
Лук и рук бери и пойдешь стрелять наверх. Все, разобрал, молодец. Знаешь, что мы здесь поставим? Мы здесь хилочку поставим. Пускай лечит наших бойцов. А ты спускайся вниз и не знаю, что с тобой делать. Ты выполнил свое задание, ты герой. Но, к сожалению, это у тебя отняло все силы. Так, у нас новенький. Ты специалист по добыче манны. Замечательно, беги тогда, пособирай ману, подобывай ее. А нет, ты спустишься вниз. Ты, наверное, все-таки спустишься вниз. Потому что залежи маны... Ну, не залежи это, а все-таки некоторые... некоторое количество маны мы здесь нашли. Давай, топай здесь. Здесь безопасно и хорошо. Новый арчер, поднимайся наверх. Я думаю, что нужно усиливать нашу группировку. Просто по-любому нужно усиливать. Ничего хорошего этой ночью не должно быть. С каждым разом только все усиливается и усиливается. Здесь есть обычный паренек? Обычный паренек. Или уже обычных не осталось? Специалист по добыче кобальта. Ты у нас кто? Строитель, трогать тебя не буду. Ты у нас. Дальше кобальт плюс один, да? И смотри. Хилпоинты. Давай вот ты, специалист по кобальту, поднимайся наверх. И быстренько в руки лук. Чпунь. Бойцов уже много, лишь бы выдержали, лишь бы не дрогнули. Маны, в принципе, тоже большое количество. Продаем, да? Продаем. Может быть, красоту поставить где-нибудь на передовой, чтобы она нам светила. Прямо наверху воткнули где-то. Новый лучик, поднимайся наверх. Ну неужели такая армия и ей что-то или кто-то может противостоять? Слушай, вот вы двое давайте отходите, наверное, возвращайтесь. Возвращайтесь с работы и возвращайтесь куда-нибудь под землю, наверное. Хотя постой, давай-ка я на вас сначала посмотрю. Ты у нас... блин, подожди. Ты у нас по мане специалист? Ты у нас тоже по мане. Все на плюс один. Беда с одним случилась, но ничего страшного. Ничего страшного. Беги быстрей. Чтобы с тобой не случилось беды никакой, беги быстрей. Не оглядывайся. Спускайся вниз, наверное. У нас новенький. Ну куда? У меня нет столько места, чтобы собирать семена. Что? Зайди обратно, зайди обратно. Пошли демоны. Демоны пошли. Идут демоны. Давай-ка быстрее. Надо что там аж нажать, чтобы быстрее это все было. Ладно. Хваталки. Слушай, а все тяжелится, так что ничего страшного нет. Мы прям вот здесь их хватаем, чтобы они здесь взрывались. Хватай. Хватай. Чпунь. Чпунь. Взрывайся. Их как-то надо по раздельности хватать, потому что когда они взрываются, они наносят огромный урон. Так, ладно. Хватай. Чпунь. Отлично. Просто нужно как-то друг от друга поодаль, чтобы они не взрывали друг друга, а наносили как можно больше урон другим демонам. Ой-ой-ой, сколько глазиков-то. Сколько множество глазиков. Хватай.
Хватай. Бабах, бабах, бабах. Бабах. Красотища. Давай он чуть отойдет. Чик. Нет, ну все тяжелится. Если так и будет, то, в принципе, никакой опасности у нас нет. Не предвидится на сегодняшнюю ночь. Хватай. Угу. Бамс, бамс. Отлично. Да сколько же их много, а? Так идут, идут, идут. Что-то не того схватил-то. Давай этого хватай. Пускай отойдет. И этого тоже хватай. Отлично. Что там, бойня уже началась, нет? Да, бои тут идут. Пока еще основные силы противника не подошли, но бои идут. Но мне отвлекаться, наверное, не рекомендуется. Смотри, только отвлечешься, они уже начинают разбегаться. Хватай его. Это что еще такое? Подожди, кто это? 1200 хп. Армористый. Огнем что-то там бросается, взрывается. Задержать немедленно. Подожди. Что там мои друиды? Что там мои друиды? Друиды молодцы. Я думаю, что они там справятся без меня. Вот это меня тревожит. Вот это меня тревожит. Схватить. Остановить. Нанести урон. Схватить. Хватай. Огненных хватай. Взрываем. Что-то мне не нравятся вот эти вот наездники. Так, держать. 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 Блин, опять сбилась. Нужно выделить их просто, да и все. Давай сюда. Куда пошел? Стоять. Стоять. 1200 кпшки. Куда же это годится? Еще что-то они там будут бросаться чем-то. Хватай. Чпунь. 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 В самую гущу. В сам... куда, куда метеориты летят по этим глазастикам-то? Хватай вот этих вот. А больше у нас никого нет. Это последние, да? Это получается последние. Ну и замечательно. Задержать. Да что ж такое, а? Летит и попадает в этого глазастика. Так, продолжаем держать оборону. Грибы нам не нужны ни к чему. Слава богу, что маны хватает. Чпунь. 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 Метеорит. Хваталки. Метеорит. Что там происходит? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько глазастика. Вы вообще справляетесь? Все нормально? Нет, здесь все, все нормально. Все нормально. Все под контролем. Значит, продолжаем разбираться с этими. Они не должны пройти. Ну, может, конечно, они все равно дойдут. Чпунь. 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 У меня маны нет. У меня нет маны. У меня нет маны. Быстренько продажа. Продажа, покупка. Кобальт, 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 кобальт. Немедленно, немедленно, немедленно. Соточку, хотя бы соточку, да? Хотя бы соточку. Где они, уже на подходе, нет? Нет, они еще далеко. Хватаем. Хватаем. Хватаем вот этих вот рядышком прям, и сюда же метеорит. Вот этих схватить. Чпунь. И метеорит сюда.
этот прорвался держать. Метеорит в него же. Хватай. Чпунь. И маны больше нет. Как же, черт побери. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это проблема. Это проблема. Да? Или нет? Но мы кого-то потеряли. Однозначно кого-то потеряли. Быстро продавать. Ну так, чтобы, знаешь, чтоб не себе в ущерб-то, а то как напродаем, чего не надо. Нам еще жить дальше. Что делать? Хватаем. Чпунь. Бабах. Хватаем. Пускай подойду, знаешь что? Пускай подойду поближе, и мы здесь, чтобы стрелы доставали до них, и тогда мы их здесь будем держать. Здесь мы будем держать их уже 4 утра, а мы все боремся. 300 эльфийской энергии накопили, ничего себе. Стрелы долетают или еще нет? Стрелы уже должны долетать. Чпунь. В чем дело? Почему вы не стреляете? Огонь. Назад отойти. Держать. Чпунь. Нет маны. Нет маны. Быстрее, 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 быстрее продать. Что-нибудь продать. Больше уже скоро уже нечего будет продавать. Ну, хотя бы немного, хотя бы немного. Вы думаете стрелять или нет? Пошли стрелять. Ладно, первого держи. Насыпают, насыпают, насыпают. Отлично. Этого держи. Пять утра. Демонам уже пора спать ложиться, а мы до сих пор с ними сражаемся. Держать. Держать. Может, они справятся? Это что такое? Это что было? Так, приготовиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри-ка, какие разрывные фаерболы какие-то, или что это такое. В атаку понеслись пикинеры. И они просто сразу же, первые же умерли, да? Нет, они, смотри, нарубайся лево. Даже кто-то кого-то убил, да? Или нет? Да, смотри, кого-то убили. Ничего себе. Ну, кто-то и погиб. Фух, можно сказать. 6 часов утра. Мы отбили еще одну атаку демонов. Ну, спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.